Всем снова привет! Сегодня у нас распаковка мегапосылки, которая из Китая, но не из Китая. Она даже не помещается у меня на столе. Но это не самая большая посылка. Давайте откроем и посмотрим, что там. Увлажнитель Борт. Вот такая коробочка. Тут какие типы бывают. А, какие режимы бывают. Слабый, медиум, хай, сильный и хитинг, нагрев. Даже он нагревает. Попался он мне на распродаже. Случайно заметил, обошелся он мне 880 рублей. Хотя у нас тут его цена 2000. На Алиэкспрессе сейчас он, естественно, очень дорого стоит. Там больше 2000, это точно. Такие у него характеристики. Сейчас приближу. Мощность 80 ватт, минимальная 300 миллилитров, это скорость 300 миллилитров в час, эффективность 30 метров, танк объем 2,5 литра, тут по-русски, что я мучаюсь-то. Регулировка скорости, автоматическое отключение, подсветка, функция теплый пар. Масса 1,1 килограмма. Вот такой вот увлажнитель. Сейчас я его попробую открыть. Гарантийный талон лежал в коробке, заполненный. Инструкция. Много инструкций разных. Для разного типа, на всех языках. Ну, не на всех, на большинстве. Так, в коробочке у нас пусто. Убираем ее пока, чтобы она нам не мешалась. Упаковано хорошо. Ну, это Борт все-таки. Ну, в общем, это распродажа Мола. То есть, фирма находится в России. У них есть тут склады. Но продает на Алиэкспрессе. Так, вот такой вот бак. Интересно. Крышка почти такая же, как и в китайском. Но только закрывается получше, закручивается. Так, вот у нас бачок. Ну, заправляется тип такой же снизу. Открываем крышку. Заливаем воду, она никуда не вытечет. Закрываем. Здесь находится клапан, который не даст нам в перевернутом состоянии вылиться в воде. Так. А здесь есть, как я понимаю, фильтр или что-то такое. Поролон зачем-то. Ну и сопло направляющее, которое можно регулировать, куда будет идти пар. Пока отложим. Провод. Вилка сразу европейская. В китайском шла китайская. Логично. Пакетик уберем. Вот такая база.
На базе отсутствуют какие-либо переключатели, потому что здесь сенсорное управление. Просто коснулись, и он отработает. Также индикатор работы разного цвета: синий холодный, красный горячий. Снизу есть фильтр. Как-то он плохо открывается. О. Фильтр, потому что там есть вентилятор, который забирает воздух снаружи. И фильтр очищает воздух, типа, чтобы пыль туда не попадала. Ну, сразу видно качество. Это вам не китайский, в котором много дырок, все открыто и все такое. Тут характеристики его небольшие. Произведен в Германии, не Китай. Ну, я сомневаюсь. Купил на китайском сайте. Так, тут у нас что? Тут непонятно какая-то. А, это так вода будет плавно поступать по каналам на сам испаритель. Ну и также датчик воды, такой же как в китайском, только запаян. Там можно было открыть, а здесь он запаян. И поролончик, который поднимается от воды и говорит тем самым, что есть вода. Когда он опустился, вода упала, уровень, и он сам выключается. Функционал такой же точно, как и в китайском. Отсюда идет воздух, который направляется и как раз-то толкает пар наружу. Окошко с одной стороны, чтобы можно было видеть объем воды, который налит. Так он выглядит в собранном состоянии. Достаточно большой. Высокий, массивно выглядит. Поворачиваем, направляем куда нам надо, идет пар. Сзади такая выемка, не знаю для чего. Ну что, наверное, надо попробовать его включить и посмотреть, как же он работает, сколько пара производит и все такое. Давайте попробуем. Итак, налил воды немножко. Он сразу в выключенном состоянии находится. Розетку я его включил. Нажимаем кнопочку. Как бы вам показать так? Кнопочку нажимаем. Она загорается синим цветом. Сразу идет пар. Если еще раз на нее нажать, она загорится зеленым цветом. И пар идет сильнее. Ну и красный цвет говорит о том, что это на максимальной мощности работает. Пара она создает, вернее, этот увлажнитель создает очень много. Не знаю, видно вам или нет, но туманчик, будь здоров. Также здесь есть кнопочка «Heater». Это режим горячего пара. Нажимаем на нее, там срабатывает реле. И начинается нагрев. Нагрев пара. Пар будет горячим. Ну, не горячим, он таким тепленьким. Выключим его пока. Поставим на самый слабенький. Ну, что я могу сказать? Работает отлично. Пар идет хорошо. Отсутствует тот недостаток, который был в китайском. Это пар опускался очень близко с увлажнителем, и все вокруг было мокрое. Тут же вентилятор стоит явно помощнее, дует он хорошо, и пар отходит подальше. Ну, то есть большая часть в воздухе и как раз-то увлажняет воздух. Так что, ну, слов у меня нет. Хороший увлажнитель. Все-таки это Bord. Ссылочку, где я покупал, оставлю
под видео. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в группу ВКонтакте. Всем спасибо, всем пока!